Здравствуйте, вы смотрите программу «По существу», в студии Татьяна Молокова. Сегодня у нас в гостях заместитель министра культуры Иван Архипов. Иван Петрович, здравствуйте. Добрый день. Иван Петрович, я предлагаю сегодня поговорить на такую тему. 21 сентября в Чувашии стартует неделя туризма. Что это такое? Какие цели у этого мероприятия? Во всем мире 27 сентября празднуется Международный день туризма. Уже много-много лет, более 30 лет. Мы решили к этому вопросу подойти чуть шире, не ограничить себя каким-то одним днем, а посмотреть на туризм как это отдельную сферу экономики в течение всей недели. Какие мероприятия? Что запланировано в рамках этой недели? Постарались охватить по максимуму. Не стояла такая цель, чтобы заставить кого-то работать, именно вот приурочив свою деятельность в рамках недели туризма. Мы собирали предложения по муниципалитетам, по учреждениям культуры и досуга, по учреждениям, по театральным учреждениям и так далее. И получилась очень обширная, насыщенная программа. Вплоть до 7 дней. Она включает в себя три составляющие. Это деловая часть, мастер-классы, круглые столы с обсуждением насущных проблем, культурная досуговая часть, где в том или в другом месте проходят какие-то интересные мероприятия, направленные на туристов. Ну и, разумеется, же какие-то новшества. Новшества в рамках недели туризма мы тоже планируем запустить. Парочку таких вот, так скажем, фишек. Ну, я, насколько понимаю, неделя туризма в Чувашской республике, она охватывает все муниципалитеты, не только столицу, да, республики, но мы привыкли, что у нас в Чебоксарах есть что-то посмотреть, в Мурпасаде есть что-то посмотреть, да, что можно посмотреть в Валиково, например, или там, в Бресенском районе. Вот какие предложения поступали из этих муниципалитетов? Вы совершенно правы, мы часто ограничивали себя туристской привлекательностью регионами, муниципалитетами, которые расположены вдоль набережной реки Волга. Но, тем не менее, у нас, вот, допустим, Батыровский район предлагает экскурсионную программу по следам Батыра. Или в Шамурше, в парке, национальном парке Чуваш-Фурманя, уже ежегодно, много лет подряд проходит грибной фестиваль. В этом году он будет проходить, если не ошибаюсь, 22 сентября в 10 дня. И любой желающий, абсолютно любой житель может принять в этом участие. Если он боится пойти в лес глубоко, то это же все-таки некоторого рода тайга, можно заблудиться, его будут сопровождать опытные егеря, и потом, собрав грибы, он может здесь взвесить и получить, как рассчитывать на какой-то приз. Это очень весело. Какие еще мероприятия запланированы, вот, кроме Дня грибника, кроме грибного фестиваля или вот маршрута в Батыревском районе? Что еще будет предложено? Если посмотреть на город Чебоксары, то некоторые изюминка, допустим, Национальный музей Чувашской республики, он откроет фондохранилище, где не каждый день можно будет попасть. И не просто попасть, а даже потрогать, сфотографироваться, посмотреть, ну, разумеется, в присутствии музейных хранителей. Угу. Следующий интересный момент. Мы запускаем в этом году проект «Экскурсия мир театра». Каждый театр наш республиканский – это театр кукол, это Чувашский драмтеатр, это Русский драмтеатр, театр оперы и балета откроет для посетителей такую экскурсионную программу. Желающий может примерить на себе костюмы народных артистов, походить по сцене, посмотреть краешком глаза на репетиционный процесс, сфотографироваться в этих же костюмах и побывать в гримерных. Я думаю, это будет очень интересно. Ну, я еще слышала про такой гастрономический фестиваль «Попробуй Чувашское». Тоже вот планируется, да, в рамках этой недели? Да, абсолютно верно. Наша чувашская кухня очень богата своим разнообразием. Но этот тур уже не для всех желающих. Он для профессионалов турбизнеса и в первую очередь направлен на руководителей, ведущих менеджеров, туроператоров и туристических агентств. Ряд ресторанов, которые предлагают свое меню чувашскую кухню, будут презентовать свою продукцию. Кто может стать участником вот недели туризма? Кто может поехать Шамушинский район, кто в Батыревский, вот любой желающий житель республики. Программа недели туризма вывешена на сайте Минкультуры Чувашии. Также она продублирована и ведется хронология развития событий на сайте в этом году созданного Республиканского туристского информационного центра. И нет таких ограничений, что кто-то может пойти туда-то или пойти сюда. Мы постарались сделать программу таким образом, чтобы она была интересна и профессионалам, и обывателям, и гостям, и жителям. Ну вот смотрите, ну вот я заинтересовалась грибным фестивалем. Мне из Чебоксар как добраться до Шамурши, чтобы стать участником фестиваля? В программе обозначено место проведения фестиваля, контактные телефоны, и можно созвониться, уточнить. Если будет, я думаю, достаточно людей, то возможно вполне организованный выезд из города Чебоксары, из Канаша, из других муниципалитетов. Угу. То есть
Я так понимаю, что здесь еще такая идея, что мы очень часто выезжаем в другие регионы, в другие страны, но очень редко знаем о своей республике какие-то интересные подробности, интересные места. Именно с этой целью-то мы как раз проводим неделю туризма. И в послании главы Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева прозвучало, что в процесс развития внутреннего въездного туризма должны быть вовлечены все сферы экономики, в том числе и активная молодежь, и общественные движения. Вот с этой целью-то мы как раз его проводим, чтобы привлечь как можно больше внимания как раз вот тех молодых, еще пока себя не реализовавших ребят. Туризм очень широкий, и пространство для самореализации очень достаточно. Ну вот смотрите, вы говорите, что есть деловая программа и развлекательная. Да? В деловой программе участвуют туристические организации, специалисты по туризму в Чувашской республике или будут приглашенные? Будут и приглашенные спикеры, будут и действующие руководители турпредприятий. Будем обсуждать насущные проблемы, делиться опытом, думать, каким образом решить те или иные преграды, мешающие развитию нашей отрасли. Угу. Ну и ждем, разумеется, спикеров, пока ведем переговоры. Спикеры пока определяются. Ну вот смотрите, а неделя туризма – это не слишком мало? Может быть, надо эту работу проводить весь год, круглогодично, чтобы у нас увеличился турпоток в Чувашскую республику? Ведь у нас, я так понимаю, цифры, что в 10 раз меньше посетили Чувашу, чем Казань в этом году. Ну, с Казанью сравнивать себя, конечно, амбициозно и, может быть, даже правильно. Республику посещает за год более 250 тысяч человек. Предприятия туриндустрии заработали в этом году, нет, в прошлом году более миллиарда рублей. Это серьезная цифра для небольшой республики. И неделя туризма – это наш первый шаг как раз вот к тому движению, чтобы через призму туризма, через призму культуры развивать всю экономику нашего региона. Угу. Ну и давайте тогда пригласим жителей республики, куда они могут прийти, вот, ну, может быть, так, навскидку, какие-то мероприятия, куда они могут прийти и узнать больше о своей республике, о своем муниципалитете. Ежедневно в 15 часов дня в рамках недели туризма совершенно бесплатно каждый желающий на Чебоксарском Арбате может принять участие в экскурсионной программе по старым уголкам города Чебоксары. Ну и, разумеется, всю дополнительную информацию по мероприятиям, касаемо недели туризма, можно также в этом информационном центре подчеркнуть. Телефон, я думаю, всем известно, через интернет сейчас все доступно. Ну, кто захочет, тот найдет. Да, конечно. Спасибо большое, Иван Петрович, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Я напомню, что сегодня в программе «По существу» на вопросы отвечал заместитель министра культуры Иван Архипов. Мы говорили о неделе туризма, которая пройдет с 21 по 27 сентября в нашей республике. До свидания.